Мяч. Изначально-то позиция выглядела куда более опасной, но пробить как следует у него не получилось. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Ну, решай же! Гол! Еще один мяч в воротах. Просто рвут и мечут они сегодня у чужих ворот. Повторяют нам гол. Отлично он обыграл защитника. Да, и отличное завершение. Прекрасный удар в придирку к штанге.